Вы получены зарплаты, есть проблемы, но в основном-то решается. У нас были задержки зарплаты в Самойловском районе, где была в октябре задержка зарплаты, но вроде бы сейчас все вопросы решили и средства на это выделили, и сейчас задержки нет. Трудности были по городу Саратову. По городу Саратову сейчас вроде бы тоже деньги нашли за декабрь, за первую половину дня выплатили, а за вторую у них 10 января будет выплачиваться уже в 2020 году. Но по оплате труда, конечно, у нас есть проблемы. Хоть получилось так, что повышение зарплаты должно быть осуществлено на 14,5%, однако в отдельных районах вышло повышение только на 9%. Это у нас в Калининском районе, в Алгайском, и в ряде других районов. Тут, конечно, проблема очень серьезная. Иван Николаевич, вы сказали, что будет в январе выплачено. Это как считается, задержка? Нет, это не задержка. У них по графику 10 января, а по закону, если там, скажем, 5, 4, 6, то нужно заранее выполнить. А каникулы зимние заканчиваются 9-го. А 10-го уже выплатят, то есть задержки не будет. По крайней мере, такими сведениями я на сегодняшний день располагаю, что будет дальше, поживем, увидим.